3 годам лишения свободы приговорили экс-начальника финансового отдела управления судебного департамента республики Альмиру Таюпову. Женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре республики. Верховный суд Башкортостана установил, что сотрудница судебного департамента имеет доступ к защищенной банковской системе, на протяжении 6 лет начисляла себе выплаты, которые были предназначены мировым судьям. Таким образом, 51-летняя женщина похитила из управления 13,5 миллионов рублей. В ходе следствия подсудимая полностью признала свою вину. При рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Между тем, прокуратура не согласилась с такой мерой наказания и обжаловала в апелляционном порядке. Верховный суд республики по представлению прокуратуры отменил условное осуждение и приговорил женщину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Напомним, систематическая кража вскрылась в 2018 году. Тогда же было открыто уголовное дело. В ходе заседания судья также обязал Альмиру Таюпову полностью вернуть управлению судебного департамента похищенные деньги.